Российский певец Григорий Лепс высказался о премировании военных России, которые подбивают танки «Леопард» во время спецоперации. По словам исполнителя, он продолжит выделять деньги бойцам. «Я сдержал свое слово и выполню его, можете не сомневаться. Если я так сказал, значит, так и будет», — заявил Лепс «Известиям». При этом певец не назвал конкретную сумму, но отметил, что готов выделять еще. Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить каждому российскому военному по 1 000 000 рублей за выведение из строя техники ВСУ. Первую премию получил военнослужащий Андрей Кравцов, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащий рассказал, что уничтожил танк «Леопард» взрывом из гранатомета, обойдя противника с фланга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о положительной реакции Кремля на то, что Лепс выплатил бойцу 1 000 000 рублей.